Привет, друзья мои! Рад снова вас видеть. Сегодняшнее видео это будет вторая часть моего визита на разводню к моим друзьям. И в этом видео я хотел бы показать вам именно ту рыбку, которая выросла уже с икринки у них на разводне. Сразу скажу, как и в предыдущем видео, снимал я далеко не все аквариумы, снимал я только те аквариумы, которые мне разрешили снимать, то есть где более-менее уже рыбка подросла и более-менее хотя бы видно, что это за рыбка. Но главная плюшка этого видео, друзья, в том, что в честь годовщины мы подготовили для вас очередную порцию подарков. Если вы помните, где-то неделю назад на канале вышло видео о том, что я раздаю рыбку из своих аквариумов. И это, друзья, действительно так, как я и говорил. В конце ноября я разыграю цитроновый цихлозон, моногуанских цихлозон и кубинских цихлозон среди зрителей канала. И если вы еще не видели этого видео и не участвовали в розыгрыше, то обязательно пройдите по ссылке, посмотрите видео и примите участие в розыгрыше, потому что в конце ноября я буду раздавать всю эту рыбку подписчикам. Но в этом видео я хочу сделать еще небольшой сюрприз для всех подписчиков и зрителей канала. А именно, делайте репост этого видео у себя на страницу в любой удобной для вас соцсети и оставляйте ссылочку с этим репостом в комментарии под этим видео. В конце ноября я вместе с крупной циклидой своих аквариумов разыграю 3 приза. У вас будет возможность выбрать себе на 100 гривен любой рыбки из разводни, из той рыбки, фактически, которую вы сегодня будете видеть в этом видео и в прошлом выпуске. Так что не поленитесь, сделайте репост и оставляйте комментарий под этим видео, и у вас будет возможность получить небольшую плюшку. Условия для получения приза очень простые. То есть, как я уже говорил, мы делаем репост себе на страницу в любой удобной для вас соцсети и оставляем комментарий под этим видео. Комментарий появится не сразу, а после моей модерации, так что не пугайтесь, не надо делать это несколько раз. Но есть небольшой нюанс, который заключается в том, что я этот розыгрыш могу сделать только среди зрителей Украины. Так что, если вы с Украины, и если вы хотите получить в подарок рыбку, то обязательно оставляйте комментарий под этим видео. Ну а сейчас усаживайтесь поудобнее и поехали!
Спасибо всем, что посмотрели это видео до конца. Я думаю, оно вам понравилось. Я думаю, что вы увидели достаточно много красивой, интересной, здоровой и красочной рыбки. И хочу еще раз напомнить, что любую рыбку, которую видели в этом видео, и не только эту, вы можете приобрести по оптовым ценам. Для этого нужно просто открыть описание этого видео. Там есть два номера телефона, созвониться с ребятами, и дальше они уже вам расскажут, каким именно образом вы можете приобрести себе эту рыбку у них. Ну а сейчас еще раз спасибо всем зрителям за то, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока и до новых встреч!